it seems like nice. Oh, we have a kitchen. Oh, let's sleep over here. Yeah. Oh, let me check upstairs. What's here? Oh, it's closed because it's another people there. That's not myself. Oh, another bedroom. Oh my god. That's so cute. Oh my gosh. Oh my god. У нас обалденный номер. Здесь такой камин, диванчики, как бы зал. Здесь кухня. Вообще полностью экипированная. Если бы я даже знала, что здесь такая офигенная кухня, я бы здесь жить осталась. Холодильник, посудомойка, печка, плита. Так что мы, может, что-нибудь приготовим. Вот здесь вот моя комната. У меня такая клевая кровать. Я не знаю, может, кто-нибудь со мной останется жить. Здесь есть стол. Дальше ванная. Обалденная ванная. Вот это я. Вот. Поднимаемся к девчонкам наверх. Reflection. What do you think? I love it. Fantastic. This is like 100 more better than our dorm. Yeah. Yeah, that's true. По пути в институт мы смотрели на все прекрасные здания города Нью-Хевен, которые находятся в Коннектикуте, и непосредственно на сам кампус Йеллского института. По сути, сама территория Йеллского института — целый город. Он просто разбит по кусочкам по всему городу, посреди которого находятся кафе, бары, магазины, рестораны, книжные магазины, спортивная атрибутика и тому подобное. Сложно в это поверить, но Йеллский институт был основан аж в 1701 году. И за это время оттуда выпустилось столько знаменитых людей. А сейчас мы с вами находимся в актовом зале Йеллского института, где некогда проходили балы и различные торжественные церемонии. Здесь нам преподнесла речь профессор Йеллского института, преподнесла речь о том, в чем разница между интернациональным и глобальным. Только посмотрите на эту архитектуру, на эти стены, на эти арки, на всю эту вырезку и фреску, как красиво украшен потолок в виде лазурного неба. Тут очень миленько, яркое солнце. Сейчас поедем обратно в Йель. У нас такси в 10 часов. А сейчас мы идем на завтрак. У-ху. 5 американских президентов закончили Йельский институт. Так же, как Мэрил Стрип закончила школу драмы в Йельском институте. Интересный факт, что Йельский и Гарвардский институт – злостные враги. Как говорят йельские студенты, сначала у меня были друзья в старшей школе, но потом они поступили в Гарвард. Или, как говорят гарвардцы, самое худшее, что может с вами случиться – первое, вас выгонят из Гарварда, второе, вы переведетесь в Йель. Эта вражда длится столетиями и никогда не закончится. Должно быть неожиданно, но все кабинеты в Йельском институте не очень большие и очень-очень старые. Сейчас в Йельском институте находимся в классе, вот так вот он выглядит, простые убитые деревянные стулья, которым уже по 100 лет, такие же столы, черные доски, и сейчас к нам через пару часов придет профессор Йельского института и будет вести лекцию на тему «Матрица, как мозг генерирует модели современного мира». Я думаю, это будет очень интересно, что-то с нейрологией, что-то с психологией. Так что посмотрим. Я, тем не менее, очень рада, что пообщаюсь с йельским профессором, позадаю какие-нибудь интересующие меня вопросы и все такое. Кстати говоря, эту собаку зовут Саша, и она тоже из Сибири. Она благополучно гуляет по кампусу Йеля в столь поздний час.
один. Да, в общем, это я. Здесь так все мило, клево, помпезно, пафосно. Здание, как в Хогвартсе, в Гарри Поттере. Мне очень нравится. Я поужинала печенькой и рефрешером в Starbucks. И сейчас иду обратно на ужин. Все довольно весело. А, ножки болят от каблуков. Вот именно так выглядит совет моего общества по контролю изменения климата. Доброе утро, дорогие зрители видеоблогера Алекс Райт. У нас сноу в Коннектикуте. А, то есть снег. Какой он мерзкий. У меня хорошие новости. В понедельник, если, я надеюсь, будет актировка, даже если нет, я поеду на Манхэттен. Я надеюсь, на Манхэттене будет снег. И если будет снег, у меня будет фотосессия. Так что я очень рада. Я хочу снег, я хочу зимнюю фотосессию. И да, вчера было, вы видели, как все было солнечно, а сейчас тут везде снежок. Ну и в завершение всей модели ООН нам устроили вечеринку, где походу веселились все, кроме меня и моих друзей. Спасибо за просмотр!